добрый день! Вода теплая, щипки предварительно расчесаны, и мы готовы начать чемпионат по спортивному купанию. Итак, щенки занимают места в ванне. У Йорка Буси все идет не так гладко, но хозяйка нежно поглаживает ее, и Буси быстро привыкает к воде. Вот это поворот! Спаниель Абрикос покидает дорожку и устраивает беспорядок. То же самое пытается сделать на первой дорожке Шпиц Пушок, но его хозяйка подстелила полотенце заранее. Смотрите, какая техника! Хозяйка мастерски наносит шампунь на Пушка. Вот это развитие! Хозяева Абрикоса и Буси не справляются, и они вместе сбегают из ванны. Это дисквалификация! И только Пушок намылился на победу. И он занимает первое место в чемпионате по спортивному купанию. До встречи ровно через месяц. Педигри для щенков содержит омегу-6 для блестящей шерсти вашего чемпиона.